Вода отравлена, ученики вскричали, хватаясь за больные животы. Послать скорее за лучшими врачами и принести целительной воды. Ах, сколько рек уже опорожнили, не успевали мертвых выносить. Еврейских мальчиков враги топили в Ниле. Что думали в отчаянии отцы? Все из воды и от воды погибло. Теперь огню жаркое и шашлык. По предсказанию, по утверждению Библии, не изведутся воды из скалы. Пропагандисты счастья и здоровья, здорового питья, здорового питания, пот отвергают, запивают кровью, приравняя вымыслы к Писанию. Здоровье, культ, зимою обневливание, водой холодной стоя на снегу, хлеб дрожжевой признали вредным, баню, нудисты признают лишь плоть ногую. Но умирают также и болеют все заповеди их враги канонам. Прописывают плоть в домашних мавзолеях, а на духовное подобно мухам сонным. Всю скверну пищи и питья очисти молитвой пламенной и словом Иеговы. Христов, будь ученик, но не шаман и мистик, печется рыба им из дивного улова. Нам вреден сахар, словно мухомор, на масляно-растительном не жарьте, но не научишь на мозгах запор, непослушанием раскручивает шарики. Мозги отравлены у тех, кто без причастия, отвергнув истины, придумали свое. В плоском здоровье утонул несчастный, не опален крещенской водой. 6 сентября 2003 года.